прислала Юля от компании Botanicus. Это такая замечательная посылка с тремя продуктами, которые мне безумно понравились. И так, можно так сказать, что это уже предновогодние подарки. Начинаем получать предновогодние подарки. Кстати, данные средства можно использовать, да, в качестве подарков. Можно выбрать на сайте и подарить. Это отличный вариант новогоднего подарка. Итак, что мне безумно понравилось. Это, во-первых, такое фруктовое мыло на веревке. Оно безумно классно пахнет. Это, по-моему, персик. Так, сейчас я вам скажу. Это персик-абрикос, и это натуральное мыло, и оно очень классно пахнет. Оно не имеет такой сильной одушки, такой какой-то парфюмерной одушки, но в то же время оно пахнет и мылом, и такими фруктами. Классно, мне очень нравится. Понравилось то, что оно на веревочке, его можно повесить у себя в ванне, где-нибудь, где у вас туалетные принадлежности находятся. Удобно и классно. Так, следующее. Это было два продукта для лица. По уходу за лицом. Это успокаивающее молочко для лица. В ферме Botanicus это молочко считается кремом. То есть у них такие подразделения. Молочко это не обычное молочко в привычном понимании, которое очищает лицо. Это полноценный крем, который питает, ухаживает за кожей, увлажняет кожу, но имеет такую консистенцию молочка, да, достаточно тонкую и легкую, как консистенцию флюида, скорее всего. Итак, что делает это молочко? Во-первых, по моим ощущениям, очень приятно наносить его на лицо, оно действительно увлажняет, потому что мои сухие участки кожи на щеках, вот у меня сейчас немножко сохнет кожа, они действительно к утру становятся более увлажненными. Успокаивающее, снимает какую-то красноту, ну не скажу, что прям сильно, но немножко как-то лицо разравнивается. Расслабляющее молочко для лица и тела, в составе которого входит 5 натуральных масел с успокаивающим эффектом. То есть вы видите, что какое богатое, да, молочко, какой полноценный состав. Свойством успокаивать, питать, увлажнять кожу. Мне понравилось. Классное средство. Кстати, стоят эти все крема достаточно недорого, но в то же время имеют богатый, хороший состав, основан на натуральных ингредиентах, на маслах. И поэтому, кстати, как вариант для подарка на Новый год можно рассматривать. И вторая не менее замечательная маска для лица. Это восстанавливающая, обогащенная маска для лица и тела. Она тоже на маслах, и прям чувствуется, когда вы наносите. Во-первых, сам запах, естественно, запах масел. И несмотря на то, что маска достаточно такой легкой флюидной консистенции, что не похоже на другие маски других производителей. Обычно мы привыкли, что мы берем рукой маску, наносим, и она прям имеет такую плотную консистенцию. Здесь также такой легкий, как легкий флюид, наподобие молочка. Вот можете видеть. И запах сразу чувствуется, запах эфирных масел. Отлично, просто супер питает, мне очень понравилось. У меня, как еще раз повторюсь, сухие щеки сейчас, и вот тут немножко суховата кожа. Я ее использовала два раза. Естественно, не каждый день, потому что это все-таки маска с промежутками, и кожа у меня заметно улучшилась. Во-первых, состояние кожи у меня перестало шелушиться, и когда я наношу косметику, тональную основу, уже нет вот этих, знаете, вот этих шелушинок. В принципе, я ее держала достаточно долго, наверное, минут 30. Я сначала думала, что она будет впитываться как крем, то есть ее не нужно смывать, но она все-таки находится на коже, она не впитывается, она остается таким определенным тонким слоем, то есть ее нужно все-таки смывать. Способ применения. Нанесите легкими массирующими движениями небольшое количество маски. Восстанавливающая обогащенная маска с маслом иланга и герани для сухой уставшей кожи. Но так как сейчас зима, я думаю, что маска у вас на вашем туалетном столике должна быть
обязательно, потому что кожа все-таки обезвоживается, даже такая, как моя комбинированная, здесь она остается нормальной. Участки щеки, вот здесь, да, шеи, они немножко сохнут. Очень рада была попробовать эти продукты, так как они натуральные, в них очень много полезных ингредиентов, которые действительно помогают вашей коже, и мне действительно понравились. Несмотря на то, что это достаточно такие легкие текстуры, они действительно работают. В общем, всем советую, прекрасный подарок для вас самих, для ваших друзей, любимых, в общем. Я думаю, что какой-то сувенир, например, коллеге по работе можно подарить в качестве мыла. И спасибо большое Юлечке, что дала мне такую прекрасную возможность попробовать эти продукты. Очень все понравилось, поэтому рекомендую. Пожалуйста, обращайтесь к Юле или можете зайти на сайт, посмотреть продукты, заказать. Итак, всех с наступающим Новым годом! Приятных вам новогодних праздников, приятных вам подарков, замечательных дней. Пока-пока!